200 миллионов рублей получит Дагестан на обустройство сел в 2021 году. Об этом заявил министр сельского хозяйства республики Абзагир Гусейнов. Глава аграрного ведомства отметил, что программа нацелена на благоустройство сельских населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры, решение жилищных проблем сельских жителей. Но при этом не все муниципалитеты включились в участие в госпрограмме. По словам министра, на следующий год по программе предусмотрено порядка 200 миллионов рублей. И чтобы успеть заявиться, нужно уже сегодня работать над проектами.